Здравствуйте, мои дорогие. Надо сегодня девушку вот эту покрасить. Сняла зонтик, чтобы не мешался. Уже не знаю, куда пристроиться. Я этой краской крашу, ну, трубу у печки. У меня же, если приперло покрасить, я же не буду. Пока это я поеду, куплю краску. Ветер дует сильный, да? Не знаю, будет что слышно, нет? Шел у нас дождик трое суток. Пошибало все... О, полетели. Пошибало листья. Теперь все мести надо. Ну, зато хоть все зеленое опять стало. И пришел циклон, прям вот, заметно так жара спала. Ночью прям прохладно. Так, ну что, девушка без носа. Вот, а что я хотела вам сказать. Вы не забыли, что у нас сегодня розыгрыш? Так что к вечеру узнаем, кто у нас бутылочку керамическую выиграл. Что-то ведь еще хотела бы вам сказать. Памяти нет вообще. Филя пришел. Филя. Для тех, кто не смотрел, у меня есть видео, где я делала мальчика такого. Только там я делала из бетона, а это из гипса. Филя, без тебя ни одно дело не обходится, да? Вот сегодня воскресенье. Так еще машины ездят. Ночью уже тихо. Уезжали люди. Что такое? Чего ты? Да что ж ты меня грызешь? Ты посмотри какой. Ну чего ты? Фия, ты чего? Я на хвост тебе наступила. А я ж не вижу. Я думаю, что он меня грызет. Ой, Филь, ты уж прости меня. Я же не вижу. А ты любишь вечно под ноги-то прям, ну. Прошло лето. Быстро. Я думала, оно хоть здесь медленно, нет? Ах ты моя негритяночка. Ну вот. Готова красотка. Сейчас еще постамент покрашу. Вот так сделаю. Ой. А с вами, мои дорогие, до вечера. Ну что, мои хорошие, у нас есть сегодня победитель. Вы же извините, у нас так похолодало, я прям замерзла. Вот, и победитель этот Людмила Долинина. Поздравляю. Пишите свой адрес, мы вам вышлем бутылочку. Ну а остальные, кто не выиграл, в следующий раз, мои дорогие. Ой, все в краске. Ну, пока-пока.